только-только пересек, и сразу же такой верховой заброс туда подальше, чтобы не было никакого перехвата. Петров! Бросок, опасно, добивание, гол! 7:18 оставалось до конца второго овертайма, и казанский Акбарс совершенно неимоверными усилиями добивается победы, и вслед за столичными командами «Динамо» и «ЦСКА» выходит в следующий раунд. Смотрим, как это все происходило. Вот про что я и говорил. Нужно стараться брать игру на себя. Тем более, когда ты понимаешь, что ты абсолютно не рискуешь своими воротами. Что и сделал сейчас Петров. Схватил шайбу, сместился в центр, бросил. И Лаурис Дарзинс, третья шайба в данном плей-офф, он отправляет в отпуск нижнекамский «Нефтехимик». 4-0 окончательный счет в серии. Здесь, ну, практически шансов на спасение у Максима Соколова не было. Не помогли здесь защитники, но упрекать их не стоит. Они провели очень много времени на площадке, они устали, мы их заняли.